Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я продолжаю когда-то начатую тему фурнитура своими руками и хочу представить мастер-класс по изготовлению простого коннектора на зажимном приспособлении для моделирования проволоки WigJig Delphi, а также показать варианты создания различных украшений трансформеров из этих коннекторов. Для изготовления коннектора я буду использовать медную проволоку от электропроводки с данной маркировкой диаметром 1,5 мм. Ссылка на зажимное приспособление для моделирования проволоки WigJig Delphi находится в описании под видео. Также вместо WigJig можно использовать подручные средства, о которых я расскажу позже. А пока делаем набор штрихов по схеме, предложенной нам в упаковке зажимного приспособления. Всю информацию о WigJig, о диаметре штрихов можно узнать в видео «Распаковка WigJig». Смотрите подсказку. Можно изготовить коннектор без зажимного приспособления, используя подручные средства, например, материал EVA, вспененный этилен-винил-ацетат или плотный пенопласт, вставив половинки зубочисток или кусочки проволоки. В этом случае диаметр проволоки должен быть не более 0,8 мм или использовать мягкую бижутерную проволоку. С помощью круглогубцев на конце проволоки делаем петлю по диаметру штырька. Нанизываем петлю на верхний штырек и обкручиваем проволокой штырьки по схеме. После снятия с зажимного приспособления заготовку надо обжать с помощью плоскогубцев с силиконовыми насадками, чтобы она стала плоской. Изготавливаем необходимое число элементов и слегка их отбиваем на наковальне. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Чтобы медь не темнела, покрываем всю поверхность УФ-лаком и сушим под лампой. Теперь с помощью соединительных колечек можно составлять любые формы украшений.
На моем канале вы найдете мастер-классы по изготовлению других форм коннекторов. Треугольные коннекторы, коннекторы с крестообразной формой, большие коннекторы, из которых можно составлять украшения трансформера. На днях я читала книгу Иова и размышляла над такими словами из текста. Где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум. А царь Соломон в притчах написал о мудрости так. «Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я – премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, исконь. От века я помазана, от начала – прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими». До новых встреч, друзья!